Сотни детей и аниматоры. Национальный теннисный центр провел день открытых дверей для всех желающих попробовать себя в большом теннисе, а заодно и отметить Всемирный день тенниса. На праздник пришли не только новички, но и те, кто уже много лет занимается большим теннисом. Мне нравится теннис. Я здесь уже хожу 2 года, но я уже все знаю. Здесь сегодня весело и празднично. Я с папой прихожу в теннис. Он меня приводит сюда учить, как играть в теннис. Всемирный день тенниса отметили и спортивными эстафетами. Ребят проверили на скорость, ловкость и координацию. Участники должны были добежать до сетки, не уронив мяч, а затем поймать его в специальную емкость. Гости праздника постарше, взяв в руки ракетки, решили сразиться в дружеском соревновании. Подражая старшим, в большой теннис сыграли и малыши. Правда, вместо настоящих мячей им достались воздушные шары. Готово? Хорошо. Теннис, как и многие виды спорта, он очень полезен. То есть здесь мы развиваем очень много физических качеств, скорость, быстрота, ловкость. Технически очень сложный вид спорта, конечно, сегодня. Ну, есть такая возможность сегодня научиться этому теннису в нашем городе, поэтому теннис в любом случае это замечательный вид спорта, потому что он интересен, интересен детям, интересен взрослым. Всемирный день тенниса в Шымкенте отмечают каждый год. Организаторы не перестают искать талантливых детей, которые смогут прославить Южный Казахстан на республиканских и международных стартах. И говорим ура!